сегодня мы будем собирать елку. Это первый раз в жизни, когда мы в Малайзии находясь, и вообще, когда мы за пределами Украины находясь, да! купили елку. Елку купили. Спартак это называет снег, да? Ассоциация со снегом. И здесь у нас елка, которую мы сейчас будем доставать, собирать и наряжать. Давай мы это, Спартик, вот так сделаем, ложим. Я поставлю камеру. Мы будем записывать, как мы все делаем. Ого, ты достал. Вот это здорово. Так, сейчас зафиксируем. Давай, давай, доставай, молодец. Супер. Супер, так. Вот такую у нас еще елочку мы купили. Елочка в виде надувного шарика. Так, все достал? Нету. Больше нет. Ой, так она такая простая, оказывается. Я так думала. Хорошо, давай. Звездочка. Ой, Спарта, а что на шарике все на одном месте висят? Давай это просто
это пароль. Какой пароль? Вот эту шапочку одевай и заходи. Машинка. Нет, а в доме там.
или игрушка из Макдональдса. Гора нет, брысь. Нет. Все хорошо, дайте. Так. И такая гоночная машинка одна из моих. О, машинка! Так, дайте, надо закрывать хорошо. Пластилин, он портится. Ага. Ой, Лорик, еще одна подарочка. Еще один подарочек. А где она? А вот же она! А, вот же она! Класс! Ага! О! Чё видно? Там как раз тебя видно. Видно. Да, если ты в кадре, тогда тебя видно. Видишь, сколько игрушек видно, а тебя нету. Иди садись. Угу. Вот еще одна игрушка. Вот она, игрушка. Вот она. Смотри, покажи Тревотран. Садись. Покажи трансформера. Так, не трансформер. О! Тебя не видно в кадре, Спар, только ножки твои видно. Так что, вот так. Теперь у нас есть елочка. Супер! А еще на днях к нам приедет. Что? Да, да. Что к нам приедет на днях? Мы заказали еще гирлянды, которые светятся, целые две штуки по 5,5 метров. Так что у нас уже будут из них гирлянды. И я думаю, что они приедут где-то в понедельник, вторник. Сегодня у нас пятница. Да, сегодня пятница. А в понедельник тоже, скорее всего, что они приедут. Так, ну, торжественное открытие елки у нас произошло. Покажи свой супер пластилин. Розовый. Пинк. Пинк. Розовый пластилин. Пластилин! Молодец, ты сказал слово пластилин. Да, я такой. Я такой пластилин, тоже. Ты, я хочу розовый пластилин. Хочу с ним поиграть. Хочу с ним поиграть. Отлично. Так. Отлично. Все, теперь можно с руки снимать. Так что все. Торжественное открытие елки произошло. Ей! Все, супер, у нас есть елочка. У нас даже такая елочка, которую можно ставить где угодно и когда угодно. А ну, Спарта, а ростом она какая? Ну, становись рядом. Становись. Покажи, какая она по росту. Нет. Встань рядом. Иди сюда. Вот такая вот. Так. Ого, она даже выше Спартака. Ничего себе. Вот так дела. Класс? Класс! Супер! А на улице у нас сегодня целый день дождь идет. Вот так, дождь. А, пасмурная погода. Не очень жарко, но мы все равно сделали прохладно. Машинка получилась? Покажи. Вот так выдавливается машинка. Супер! Ну, следующее видео, как получим светящиеся гирлянды. Итак, как мы обещали, у нас будет сейчас видео о том, как мы получили гирлянды. Мы вчера их заказали, оплатили, и сегодня мы их уже получили. Это супер-супер быстро. Так, ну что, красотуля, открывай. Тебе помогать? Что это такое? Это же гирлянды! Они называются классические. Classic Christmas Light. И что это значит? Это, то есть, обычные гирлянды, такие, как в Советском Союзе были, в Украине, в России.
Это гирлянды, это светящиеся лампочки. Сейчас мы их с тобой откроем. Опа. Одной рукой так не очень удобно. Но ничего. Open. Давай, open. Да, вот так. Вот оно как. Здесь даже разъем. А, там одиночный. Да, здесь даже разъем вот такой вот обычный. А, вот так одиночный. Да. Так. Вот такие вот зелененькие. И вторая точно такая же. Ножницы. Давай, чик-чик. И оп, готово. И здесь открывай. Ложи. Все. Точно такая же гирлянда. Сейчас мы их проверим, как они работают. Поднимай, доставай. Так, ну что, давай включим в розетку. А, вот она. Ой, упала. Да, прикол. Как их зовут? Я не знаю. Ты знаешь, как их зовут? Ага, и как? Пошли, проверим, как они работают, гирлянды. Спарта! Так. А, розетка! Смотри, она светится! А ну кнопочку нажимай, что будет. Так. Ух ты, по-разному как. Оп. Еще. Вот это да. Сейчас мы их с тобой распутаем потихоньку. А вторую проверим, чтобы они обе работали, да? И оп. Это тоже работает. Кнопочку нажимаем. Раз. Но, нельзя трогать, да? Работает! Супер! Ну что, сейчас будем их распутывать, да? Спарта. Распутаем гирлянды. И Майнкрафт игрушечки от Артема. Супер! Это подарочек Спартакон. Показывай. Это подарочек Спартакон. Вот так, молодец. Супер!